Дорогие друзья, вы знаете, что мы живем в эпоху изобилия информации. На сегодняшний день огромное количество информационных потоков обрушивается на нас. Но, к сожалению, я должен констатировать, у нас нет качественного христианского контента. Во-первых, нет много христианских информационных каналов. Не так много, которые были бы достаточно качественные, объективные и профессиональные. Но информационное агентство «Спектр», оно благословение лично для меня. Я буквально в последние несколько раз смотрел информацию и через «Спектр», и вы знаете что? Для меня это радость и благословение. Качественно, объективно, помазано, актуально, современно и с влиянием. Так что «Спектр» — это очень-очень важное информационное служение для этого времени.